Так, ну что, пробуем ногое, ой, ногое, что 771 антенна, Ваксунг, покричим, позовем кого-нибудь. Всем на двух, здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, Центр, Дробь, Портативка, всем прием. Да, Щука, Ульяна, здравствуйте, Владимир, рад слышать. Как принимаете? Сейчас я нахожусь на Хортице где-то примерно здесь. Отдыхаю с портативкой. И антенка 49 сантиметров. Вернее, 39 кисел. 7 баллов по эсминцу. Поначалу 6 было, потом 7 баллов. Ну, там в зависимости от положения антенны. Хорошо, уверенно слышу. Да-да-да-да. А на 430 там что-то есть у вас или нема? У меня нету на 400. Антенны нет. Да-да, я понял. Ну, в общем, хорошо слышно, да? Это хорошо. Как-то активность у нас радиолюбителей нулевая. Я там на 500 звал, никакого даже движения нет. Вот это вызывная. Вот. А так для беседы все уходят куда-нибудь в сторонку. Здесь вот полно было радиолюбителей, уже разбежались. Да-да, я как раз и видео пишу. Подивитесь, если будет интересно. Тут как раз приемник КВ-шный взял, этот PL600 Texon. Здесь, я думаю, шума меньше будет, послушаю, что слышно будет. Вот. Хорошо, Владимир, рад был QSO, так что питань не будет, 7-3. Да, Саш, приятного отдыха пока, я вот и один, Щука, Ульяна. Да, вот и один, Щука, Ульяна, ВР3, Щука, Щука, Центр, до побачення.